Здарова, подписчики канала Айзен, я ведущий этого канала Энди, и сегодня я сделаю топ каналов моих знакомых по подписчикам. На январь 2022. Да, Рома будет в марте или в феврале снимать. Я сниму где-то в середине февраля. Андрюха снимает на конец января. Идеально. Приступаем к первому каналу Попот. Ну и первый канал по подписчикам, это у нас Илья Плей. У него сейчас два видоса, был один месяц назад. Илюха будет на ютубе, он сейчас учится просто монтировать. Ну что еще о нем можно сказать? Давай свой комментарий. Чувак, четкий, подписывайтесь. 19 просмотров, 10 просмотров. В принципе, неплохо, как для двухподписчичного канала. 29 просмотров. Это я и Рома. Все. Все равно неплохо. Круто, круто. Мы все с этого начинали. Тут вообще видео шепотом, тут... Ну, просто чувак будет звук рубить. Нечего больше сказать, переходите, подписывайтесь. Ссылочку не знаю, как оставить, попробуем, что-нибудь придумаем. Ну, переходим к следующему каналу. Второй канал это Аслет, это канал нас всех, вот прям на шапке все наши каналы. Тут пока что нет видео, Рома сейчас объяснит почему. Скоро будет. А скоро это когда? На днях уже даже. Где-то вот на днях будет 100% видео. Отвечаю. Отвечаю. Ну нечего будет сказать, потому что тут ничего нет о канале. Ноль подписчиков. На этом канале будут сниматься Айзен, Роман Плейс, Елизавета, Марс Ютубер, Спайк Черепов, Валпан и Я Плей. Это все наши. А, Димона забыл добавить. Димон, я тебя обязательно туда добавлю тоже. Нечего сказать, переходите, подписывайтесь. А, третий канал с конца, это ЕС Баскетбол. 19 подписчиков, это канал Димона, друга Ромы. Просмотры у него такие хорошенькие. Ну, чтобы где оно? А, вот оно. Ну, такие хорошенькие просмотры. Да-да-да. Всего у канала, по-моему, 1000 с чем-то. Да. 1170. Канал создан 7 апреля. 1073 просто. 7 апреля 2020 года. Так, в каналах ничего, плейлисты ничего. Видео вот снимать регулярно, 6 часов, 3 дня назад, 4, 2 недели. Ну, вот эти 3 видео, 4 дня, 3 дня, 6 часов нормально снял, хорошо. Ребят, советую посмотреть вот эту вот нарезку игры Стефана Карри. Это шедевр. Это просто шедевр. А это потом не шедевр. Ну это да. Это же шедевр, но вот это самое, мне кажется, удачное видео на его канале. Так, ну что, переходим к следующему, получается. Ну, типа того. Следующий прикольный канал это Роман Плейс за кадры моменты. Это кадры со съемок Романа Плейса. Да. Так, ну что я тут советую посмотреть? Вот это вот советую посмотреть. Это просто какая-то дичь. А я втираю вам полную дичь. Посмотрите. Конечно, Рома как-то не часто выкладывает, ну-ка оправдывайся. Ну, да, есть закадровые моменты, я их выкладываю. Что сказать? Знаешь, сколько у меня таких моментов? Я могу такой же канал создать, и у него уже будет подписчика больше, чем у меня. На изях. Так, начали вести с ролика, где мы с Лизой играем в баскетбол. Ой. Мы просто ЕС Баскетбол сейчас насмотрелись, поэтому втираем дичь. Так Лёха. До него мы еще дойдем. Да-да-да. Ну, подписывайтесь, переходите, у Ромы в друганах он есть. Могу ссылку оставить. Ну, мы переходим к следующему каналу. Ну, а следующий канал это Армидол. На нем сейчас 26 подписчиков, 3 видео, 43 просмотра всего, и в подписках я. Ну что, похвастался и ладно. Так, чувак свалил с Ютуба, если что, он у меня есть на канале, видео ностальгируем по ушедшим ютуберам. Ушел он из-за того, что не понравилось снимать на Ютуб. Но у него видео хорошее, прям монтаж, он там ускоряет, где плохо, там склеивает. Говорит громко, четко, прям хороший человек. Ну, у каждого свои вкусы, как сказать. Добавь свой комментарий. Четкий чел, очень четкий. Пахан Паханов рулит. Вот это видео хорошее, он над ним постарался. Будем надеяться, что он еще как-нибудь вернется и может что-нибудь снимет для вас. Ну, будем надеяться, но пока только... Плачем по его хорошему контенту. Переходим к следующему.
Следующий, ребята, канал это Айзен, то есть я. Я стою на подписчиках чуть ли не на донышке, но, ребят, вы на меня не подписываетесь, я вот так и стою. Так, последнее видео вышло один день назад. Подписывайтесь. Снимаю довольно часто, так. Ну, тут я забрался немножко, это я пытался с компа снять и кубки, а по Brawl Stars сейчас. Кстати, ребят, я, наверное, уйду на немножко из Brawl Stars, потому что вообще лень играть. Тут комп у меня появился, я начинаю снимать. Согласен. Мне такая же фигня, ребят. Прям вообще лень играть. Сейчас, короче, тупо будет Roblox, либо какие-нибудь прикольные видосы. Да, вот такие, как сейчас, например. Кстати, может быть, даже пожарочка скоро будет моя. Потому что просмотром, да, нормально. О, кстати, ребят, я из задницы поднимаю, смотрите. 8, 7, 3, 5, 9, 5. И тут пошло 11, ну тут просел немножко, 39. Ребят, спасибо вам, вот я этот видос, знаете, как спонтанно придумал. Просто снимаю один видос и такой, так, а у нас же так много ютуберов ушло, можете это снять. Мне там еще, по-моему, Рома ВК отговаривал. Че за идея, вообще не понимаю, что ты мне говоришь. В итоге не зря снял. И тут последний видос, 15 просмотров. Нормально. Поэтому подписывайтесь. Следующая моя цель это 50 подписчиков до конца этого года. Нечего больше сказать. Переходим к следующему каналу. Следующий канал в нашем топе по подписчикам это Спайк Черепов. На нем сейчас 86 подписчиков. В два раза больше, чем у меня. Так. Кстати, я просмотром, оказывается, обогнал, а я даже этого и не знал. Глянь на это. Я обогнал. Намного причем. На 400 просмотров. Три раза, так. Видео у него 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, кстати, недавно видео вышло, 3 недели назад. Хотя, недавно. Когда у него следующее видео, дядь? Это ж твой брат. Я не знаю. А чё? Отыграем 25 ура. О, блин, это легко было. Фрэнк? Вот, вот, ну за это вот. Так, что еще сказать? Чувак будет снимать, скорее всего. Ну, как в школе, он говорит, что он будет снимать. Когда я его снимаю. Так, кстати, его просто можно было не знать, как он там будет. Да, он будет. Это Джейк послал. 16, а тут 15. Это кто будет? Судя по улыбке. Это, кстати, единственный наш канал, кто хипанул самую первую жизнь. Я не упал такого, но все равно именно у него. Подписывайтесь на него, но больше не будет. Переходим. Следующий канал. Вау. 111 подписчиков. А вот обладной номер, все наши чемпионы. Да, все приходит в классный аккаунт на YouTube, чтобы снимать классные ролики, так и выбрать секреты. Ну, конечно же, набирать, а нужно набрать 100 тысяч, спасибо, где я хочу набрать 150 тысяч. Не, ну что, давайте. Реально, давайте, ребят. Так, что чувак же снимает очень классные ролики. Один месяц назад. Ну, ушел из-за слабого телефона, как мы уже говорили. А когда он будет? Летом он планирует купить Porsche. И он сказал, летом просто будет творить. Ну, ждем лето. Чудеса. Ждем лето тогда. Ну, тогда подписывайтесь на него, чтобы у него актив не падал. Чтобы когда он вернулся, у него были нормальные подписчики. Они просто там сейчас выломят, и там 10 просмотров будет. Или вообще. Так, ну что сказать, переходим к следующему каналу. Следующий, ребят, канал, это Little Stereo, то есть Елизавета. Я сейчас 180 подписчиков, кстати. Они с Лаком прям наравне. Это, кстати, очень интересно. Если Лиза не начнет снимать, бачит обоим Елизавета. Это уже убедает меня. Дядь, ну ладно, в комментарии, пожалуйста. Так, канал 26 июля и мне 11. Видео нету. Видео было сейчас. Ну, короче, ладно.
7717. А у тебя сколько? 8453. Вот гадище. Так, администратор канала Роман Плейс ушел с этого канала из-за спада активности. Ну тут все само за себя все говорит. Короче, я тут это один ролик снимал. Я... Обязательно посмотрите, всем советую. Нет, я не про это. Я тут ролик снимал. И там я его не снимал, что там надо еще три дубля снять. Ну, короче, там... надо было вот это вот видео выложить. Это скрытое видео 2 года назад. Я его поставил сюда вот. Так, дальше. Этот канал сейчас... ну, принадлежит нам обоим с Романом Плейс. Когда ролики на этом канале? Не знаю. Дайте, нельзя просто все дубли скрепить в один и без монтажа выложить на инди-плеера. Без обрезки. Я, скорее всего, и сделаю это. Пускай будет, не знаю. Просто, я не знаю, он меня всегда умолял, типа, вернись на этот канал. Ну, когда я ушел с канала, он такой, почему? Потом я создал Андрей Энди, я его, кстати, в этот топ не добавил. Ну, может, следующий добавлю, не знаю. С него почему я ушел, я вообще не знаю. Там контент нормальный был. Там 3 видео всего лишь. И все, в принципе. Так, ушел я отсюда, как вы уже знаете, из-за спада актива. Конечно, сейчас уже просмотры выросли и уже нормальные. Но, поверьте, когда я уходил, там одни десюнчики были. Вы подтвердите это, да? Да, он кивнул. Мы язык жестов не понимаем на видео, понимаешь? Нет. Ты понимаешь, что мы не понимаем? Нет. Ну вот тогда, видите, вот 2 видео сохранились, 15 просмотров, 12 просмотров. Ну-ка, а когда я вернулся, вот с того момента, когда я вернулся, сколько видео вышло, интересно? Так, я помню, последнее видео было купил Brawl Pass. Так, 5, 11, 16, 21, 26 видео вышло, представляешь? Да. Представляешь, 26 видео вышло. А, ну тут вот эти вот 3. Короче, я на этот канал, может, что-нибудь тоже выложу. Может, какой-нибудь там, не знаю, прикольный момент со съемок. А, кстати. Выложу обязательно. Ну, короче, вот так вот. Тут очень много татарских роликов, поэтому переходите и смотрите. Кстати, хотите прикол? Когда мы отписали все наши аккаунты, тут было 100 с чем-то... 111 где-то, по-моему, или сколько там было? 123. Нет, там еще там... Когда мы заходили, помнишь, сейчас заходили? Я не помню туда. Там было 119, 118. И сейчас они сами с собой установились. Ты подписан на них что-нибудь? Нет. Точно? Реально нет. А отвечаешь? Да. Пида. Ну, вот так вот, короче, многое высказался, потому что, мне кажется, много недопониманий есть. Ладно, переходим к следующему каналу. Следующий канал — это Роман Плейс. Высказывайтесь, пожалуйста. Найс. Четкий канал. Отвечаю. Опять? Блин, 42 было? Я не знаю. Да пофиг, честно, это видео. Ну, вот это видео, которое я снял, оно... Кстати... У меня оно гораздо лучше. Я, во-первых, лучше смонтировал. Я думал, когда эти... Все, я теперь понял. Я могу теперь перекидывать. И, короче, теперь, ребята, в роликах будет реально много монтажа. Так что... Кстати, я знаю, что заметил. Мой ролик, он гораздо лучше, потому что... Я не спорю. Я еще это... Я тут вообще не монтажу. Кстати, знаешь, что еще я заметил? Я, когда тебя убивал в том ролике, я думал, ты там бомбишь. А ты, оказывается, мне поддавался. Да. И, кстати, верили. Я думал, ты бомбишь там сидишь, я думал, сейчас такого взрыв. Нет, он вообще не бомбил. 8400. Нормально. Показать? Всем хай, вы на канале... Да ты прочитай. О. Всем хай, вы на канале Роман Плейс. На этом канале снимаются Айзен, Марс, Уалпан, Елизавета, Спак Черепов и Илюха. Подписывайтесь на меня и на этих крутых челов, они записаны как друганы. Не звезди, Рома, там Илюха не подписан. Нормально. Ну пофиг. 1700 лайков, ты что тут делал? Не знаю. Так. Ну, что сказать, ну... Прикольно, прикольно. Где у тебя последние сотки? А, вот они.
Капец, ты у тебя. Ты по прививкам прокачался очень сильно. Согласен. Ну-ка, не лисни ниже. А? Ниже. Еще. Ща. Еще. Давай. Давай еще, да еще. Так, давай дальше. Переходить на то видео. Не надо. Вот. Вот тут вообще ничего. Не, дядь, я скажу сейчас несколько роликов, которые реально можно смотреть. Вот это. Вот это. Вот это вот. Так, дальше. Вот это можно смотреть. Я реально это ночью смотрел, да, часу ночью. И вот это можно смотреть. Вот эти прям реально, это с кайфом. Вот это что можно посмотреть. Вот это вот. А что значит эта точка? Где? Вот это. Не, ну я хер его знаю. Кстати, у Рома сейчас одна загадка. Почему вот это видео стало вторым по каналу? Я не знаю, оно 3 месяца назад сотку только набрало. Оно, походу, в реке попало, если честно. Ну, да. На этом наши полномочия. Стоп, а какой сейчас самый плохой ролик просмотрел? Самый популярный. Так, идем в самую задницу. Посмотрим сейчас, что самое плохое на твоем канале. Серьезно, тут спаем? Да. А, это не смертавчим или смертавчим? А, это безмертавчим, скорее всего. Да. Смертавчим, вот реально, я тоже смотрел смертавчим. Я там такой, я бесполезный, как сибирский валенок. Очень легко. Но это все старые видео, все старые. Кстати, у тебя уже появилась плашка 1 год назад. Поздравляем. Поздравляем. Ну, кстати, YouTube недавно пришло уведомление, типа, за 300 подписчиков. Поздравление? Да, сейчас. Может быть, если... Так, ваше видео. А на Тушской студии, я думаю, ты на этом... На почте. Ага. Но если получится... А, не, вот тут было. Плюс 17 за последние 28 минут. Ну, маловато, да. Там прям, типа, вашим зрителям, типа, нравится ваш канал, 300 подписчиков. Блин, я вот это вот, ребят, я реально хочу вот это снять. Я реально, я много выскажу, я много прям поголчу по своим роликам, скажу, какие их снимал, где их снимал, как я их снимал. Я сниму этот ролик, отвечаю. Ну, ладно, переходим к самой вишенке на торте. Гвоздь программы, так. Ну и последний канал, Марс, ютубер, 334 подписчика. Фух, ну, это сильно. Он опять свалил с ютуба, он просто приходит, снимает 3-4 видео и... Но, ребят, у него есть оправдание, он прям тик-токер. 3 косаря. Давайте я, наверное, сейчас прям плашку прикреплю, вот, к видео. Ну, 3000 подписчиков в тик-токе, да, ну это сильно. Ну, на ютубе он тоже хайповал раньше. Хотите показать? Прям. Вот, это его видео, когда у него уже прям хайповали. 145, 180, 110, 170, 108, 97. Ну, короче, конечно, ниже. Короче, последнее прям видео. 145, 170. Сколько у него всего, посмотрим. 50, как же будет? 6, 2, 4. Серьезно? Я думал, там за 10. О, ты что? Я скоро тебя догоню. 4 тысячи. Ребят, у меня тут такой позор на начале. 338 процентов. И опять все аккаунты, все каналы, все аккаунты, все это набирает и летает. Ладно, давай заканчивать уже ролик. Сейчас стой, дай мне еще что-нибудь. Давай! Кстати, ролик мало. У меня 116 видео, я считал. У меня 40. Кстати, если я сейчас выложу этот видос, у меня будет 41-40. Нормально. Так. Ну, вот это. Он, короче, очень хорошо монтаж. Действительно, вначале я помню, как я ему такой, сделай мне трубку нормальную, не получается. Вот, воспоминания об этом канале. Но факт, что он закончил. Ладно, заканчиваем. Сегодня мы сделали топ каналов по подписчикам. Ну что сказать. Вот такой вот выступ получился. Кстати, Рома хочет сделать одну свою цель. Это обогнать Вову. Давайте сделаем подарочек и обгоним Вову подписчиков.
если вы решили на видос и посмотрим, обогнаю ли кто-то кого. Ну а с вами был ведущий канала Айзат Энди и Роман Плейс. Всем пока! Вот он, Роман Плейс, всем пока!